Все, давай. Да, продолжаем играть в этому слову. Очка ищу. Угадайте, кто? Ну. Так, подожди, а лес 2 очка еще привезут? Я не знаю. Чё, чё он уходит тогда? Я же считал, что он там еще приедем, привезем. Блин, а что ли теперь? Да. Ну. Визир, а твой друг ушел, что делать? Заправщик, ты там где, за мной едешь? Ща я посмотрю где-то. А ты направо уехал? Ну решил, здесь полегче дорога будет, ну да, возле ничего такая. Ща еду. Похоже на нормальную. Так, тут какой-то карьер гребаный. Да, вот так поедем. Направо возьмем. Ой-ой-ой. Как тут проехать-то? Ну, сейчас я опять перевернусь. Шутка. Не сакать, главное, раньше времени? Это сакаешь? Я вообще обоссался тоже давно. Так, ручник, подожди, я себе пойду налево. А, так я выйду, подожди. Себя толкнул сзади. Зря. Ты можешь, ты же, Алекс. Ой, чуть не задел. А нахер ты попёрся? Чуть не задел, сейчас начинается. Я же говорю, это Алекс, задень 100%. Я тебя не задел, не ври. Так нахера вообще-то вот рисковать? Ты хочешь опять тащить два лета? Я не рисковал, я это... Ты рисковал, ты прям около меня проезжал. Я это, каскадером подрабатываю. Иди замолчи. Ну, у меня остаточное вождение, я не знаю, как у тебя. А, кстати, вот дырка-то слева. Какая дырка? Где? На завозе? Да. Слева? Да. Встань налево, я не вижу. Где дырка, там? Вот. Дырку видишь? В каком месте? Вот, сзади. Нет. В смысле нет? Только у тебя какие-то дырки мерещатся. Да нет. Да-да. Да нет. Да-да, поехали, все. Вот видишь черную палку слева? Ну. Вот висит. Так вот дырка там. Не знаю, у меня никаких дырок нету. Ладно. Не толкни меня только, извращенец. Сам ты извращенец. Ну что ты едешь прямо со мной, не же в колонну ехать, как нормальные пацаны. Давай быстрее сгоняйся. Я на куда, день... налево, наверное, направо? Налево, я на тем плюс еду, давай. Тоже на один. Едь на 3 минус. Ой, мостик, классно. Что-то еще не слетел с мостика даже, не может быть. Блять, я въебался! Я прямо в него щеранул! Я видел! Господи, я, кажется, криво ехал. Мы еще бы чуть не потеряли машину только что. У меня минус 200 урона. Минус 200? Да, я такой, я на тем плюс-то въехал, ты что ты хочешь? Мне казалось, я нормальный. Блин, ой, нет, все, все, никаких один плюсов, все, выключаю один плюс. Значит, не доеду. Заправь меня, кстати. Себя заправлю. Всех заправь. И зайчика заправь. Какого зайчика? Он побежал справа, видишь? Нету никакого зайчика. Как нету? А грибы видишь? Грибы? Грибы вижу. Грибы видишь, зайчика не видишь, окей. Вот там пора. А вот это лужа. Вот тут и застрял. Я уже вижу, как ты там поехал по кривому. Что, не буду я рискать, поеду я с правой стороны. Как-то стрёмно повело тебя там. Я аж испугался. Я быстрее тебя выйду, пам. Нет, это конечно выйдет, я ж не спорю, но там повело так жестко. Пам.
Я решил объехать. Это что? Это моя тут моя машина стоит. Прямо на дороге? 91 урон. Сейчас я собью. Спорим, я сейчас собью. Не, подожди, никуда не едь там. Сверни ее нахер оттуда, отсюда. Сейчас уберу. Давай, убирай, посмотри, где находится наш этот чувак. С лесом. А Никит заново видит. Жесть. Сейчас я уберу. Да давай, куда ты едешь? Ты там. Вот сюда вот. Там, вот сюда. О, я там поехал, я забыл по твоему мельцовоз. Не, ты мешаешь, ты прямо на пути стоишь вроде, нет? Да, на стоящем пути. Еще дальше проедь. Сейчас проеду. Не могу. Ну, на дерево зацепись, проедь нафиг вперед. Уезжай с дороги. Все, догоняй. Надеюсь, я твой бензовоз не перевернул там. Я не знаю. Скоро знаешь. А, нет, фу, круто. Фу, круто? Фу, круто. Так фу или круто? Фу и круто. Фу и круто. Заверните две. Ой, бля, тут река какая-то. А, я ездил, тут нормально проезжается. Такая хорошая река. А, я просил! Чуть не улетел. Какой-то камень подводный здесь, аккуратно. Можно перевернуться. Видишь, где я стою? Там подводный камень, короче. Ты че так заорал? Да я засал там, ты по самые яйца. По самые яйца? По самые яйца засал. Так и живем. Ты че? Че, мне понравилось? Кстати, самые яйца? Зи, а че тут опасно? Ну нахера ты это делаешь? Я налево еду. Ответь. Ну давай. Я езжаю. Я езжаю. Я езжаю. Я снимаю. Ой, блин, ну ты душный, отвали отсюда. Ты не там поехал, потому что, поэтому немножко проехать. Еще утонул нас. О, спасибо. Ладно, я за тобой поеду, так уже быть. Подцепи только меня теперь. Натянусь, нет? Нет, не дотягиваешься ближе. Только аккуратно, бля, без газа, без твоего дебилизма, твоего, который ты обычно прибывает. Так, куда едем? Куда едем? Налево нам надо было ехать. Сейчас я только выйду отсюда. Надеюсь, что. У меня сколько раз сломается. Ой, Урал. Что страшно? Лишь бы я не сломался по дороге. Ой, я рискую, ой, я рискую, ой, я рискую, парень. Как там, Никита? Нормально? Проехал? Я не знаю. Так ты узнай, позвони. Эй, алло, Никит, ты где там? Никита, у тебя все бобрито? Yes. Че дорога какая? Че с фарами сегодня это я уехал? Че за труба? Я же тебе говорил про трубу, это помнишь, что наливает сверху. Наливает сверху. Машину. Давай наливай. Машину помыть можешь, заезжаешь, мотомойка. Для Уралов, для сорвых машин. Они только так моются. Так. Мы пилораму проехали. Как проехали? Давай заедем прямо. А вот, я знаю, как проехать. Прямо и налево, нормально. Прямо и направо. Поехали прямо направо, все нормально. Я знаю, я так же поступил. Ты что встал, калашара? Давай. Сейчас, пусть. Я сейчас тебя столкну. Не будет, мне хвост появился. Давай. Здесь надо поворачивать направо, будет сейчас будет дорога какая-то. Вот здесь, наверное, да? Mm-hmm. Опасный поворот, ну ладно. А что тут осталось? А, я нормально. Я охренеть, сейчас возьмешь и улетишь. Никита, ты где?
Так, мы не довезли, нам нужно еще 2 очка. Кто поедет спасать? Чувака. Сейчас бац, я не то что не вылечу, а просто перевернусь где-нибудь спокойно возьму. Это мост? А-а-а, это мост! Я на 1 плюс поехал. Я так... А я на дерево врезал. Пьяный водитель. Пьяный Алекс. Да не пьяный. Господи, какой же мост стрёмный, а? Давай очки, очки. Очкуйте. Если всю жизнь я стану Уралом, а эта машина станет человеком, и будет. Он также надо мной издеваться. Давай, 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 еще очку. Я доехал, yes! Я сделал это, детка! Пиши Никите. Ты что там хлопаешь? Где он? Где он? Где? Я так понимаю, едет к этому, к лесопилке сейчас еще так. А где он, кстати, реально? Он на мази поехал, круто. Подожди, а где он? Он на это, на лесоповил. Ой, лесоповалке. Он с нами стоит, что ли? Я на маз сел. Подожди, ты я видел. А, я вижу где-то там. Так я тоже на маз сяду, если хочешь. Патрулим Никиту, да? Давай. А, так у маз был от стена у меня была? И было 500 литров цистерна тут на мазе стояла, видите? Да, у меня 500 есть. Он на мазе везет это. Ну поехали, да. Поприкалываемся на мазе. Патрулим его там. Да, мы на мазе чуть-чуть. Два маза, поддержка такая. 1000 литров везем, у тебя 500 и у меня 500. Да. Ну маз у меня урон такой капец, у меня он убит почти, а у тебя? У меня 420. Сколько? 420. У меня столько же. Значит нормально. Какой дровосек на нем есть? Так а то бывает, на карте раскиданы поломанные УАЗ, бывает без бензина в машине. Это же нормальное явление. Мы на этой машине будем... У нас еще не очень... Колеса нормально стоят, интересно? Да. У меня этот... Что? Бампер. У тебя бампер? Шатается. Шатается даже? Передний. Это же нормальное явление. У тебя же урон через 20 очков. У меня дымится машина еще, там шатается. Да, когда было 9. А, вот сейчас будет дымить. Вообще перестало. Если мы с двух сторон зажмем, чтобы не перевернулся, нормально. Шутка, не надо это делать. Я тебя знаю. Чем мучаюсь? На 1 плюс же можно ехать. Чне. О, попер. Ага, побер. Аж страшно стало. Я удивлен, что удивлен, что на мазе мы до сих пор урон. Нет, слушай, вот это машина не урон жалко, не да? Да. Нет, до сих пор, реально мы с тобой урон не получили до сих пор. Странно как-то. Я получил на 450. А эту машину не жалко, я буду ездить как хочу. Нет, а понятно, ты главное его не сбито, а. Ой-ой-ой-ой, как я улетел. Бэ! Нифига, 502 урона. Пока, неудачник. Надо меня гонит. Может, поможешь, нет? Ну ладно, так и быть. Цепляйся. Я повернуть даже сам не могу. Видишь так? Потому что меня не поворачивает почти. Стой. Давай. Сейчас. Все, цепляйся от меня. Да не, я видел. Че там хрена? Наши искры летят. Отцепился? Да. У меня горит иск, там летит. А у машина уже на 1 плюс не стартует даже особо. Поломалась я, видимо, сильно. У тебя сколько урона сейчас? 502. У меня 463. Подвинься, не толкайся, так урон мы получили. О, все. Не толкайся, сейчас вообще застрянем оба. Да ладно.
Гомосек. Гомосек на ура. Иди ты. Все, я тебя... Пока, неудачник. А куда, куда уехал? Куда Никит уехал? Ты видел? А вон я вижу все. А смущенно на КамАЗе утонем, я тебе гарантирую. Едь! Езжай! Отони! Все, сдох? Я по 2 урона получаю. По 2 всего лишь, что-то мало. А, нет, я больше не получаю. Ой, водитель мокро. Обоссался. О, с горочки вообще хорошо пошло. Ой, урон получил, все. Тут аккуратно, вот с горочки я съезжаю. Урон можно получать. На 1 плюс опасно. Я вот проехал нормально. Значит, тебе просто повезло. Ты горишь? Чудо. Я горю потихонечку. Я тоже горю. Сколько урон? У меня 521, у тебя? У меня 524. Все, я тебя догнал даже. Ты куда уехал вообще? Ну куда дальше? А ты куда поехал? Так, я не могу проехать. Я почему-то проехать не могу. Ха-ха, ловится. У меня 578 урона. Хера себе, ты там проехал с твоей скоростью. Камикадзе, что ли? 586. 86 ты не доедешь. Да посмотри. Только чё, Кань, толкай там? Не, не буду. А то выходишь опять полгода карты проходить. Я, кстати, это проходил, я открыл и всё, но так и не прошел тогда, когда такая игра вышла. У меня она вылетела. Слышь, ты был прав. Все, ты сдох. Все, у тебя что-то рон? Да. А как ты едешь, у тебя что-то рон? Я не еду. Я тебя не буду брать на боксе, даже не мечтаю. Ну. Встречай нас там, на чем-нибудь там. Так, где? А вы в гараж едете. А в гараже нету машины. Слушай, тут модель какая-то стоит. Да, ну тут это моя. Тут Маз должен недалеко стоять. Так, о, ты... у меня тут Крас же стоит. У тебя же там стоит и Крас, у тебя стоит еще на этом. У тебя еще Урал стоит, вот здесь бензовоз, нет? Там где-то. Можно встретить. Сейчас я вас там встречу. Распростер на меня едет. Эй, че я не еду? Так нечестно. Заглох. В смысле? Сейчас уже выиграем карты, я буду все машины разбивать. Помнишь, как мы на одной карте выехали с тобой с пристани? Помнишь, такие, ааа, пошло, сильно, мы выиграли уже карты такие. Да. И такие, а ты, я за тобой сверху. Было весело. Да. А я тону. А я тону. Тони. А, я сейчас на гараже починюсь, чё я парюсь. Лучше. Можешь починиться в гараже будет. Правильно, правильно. И заправиться заодно. А, вот на чём гараж, чтобы заправляться. Тут, в принципе, не нужен бензовоз. Все правильно. А можно его как-то опустошить? А, я сейчас поменяю, я сниму вообще всю бензовоз нахер. Так, я отремонтировался сейчас. Во-первых, внедорожные колеса. Во-вторых, нахер бензовоз с меня. Возьму просто какой-нибудь простой УАЗ. Что-то сцепку поставлю. И все. Ой. 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 Что с тобой? Я с моста упал. Что? Почти не полностью упал. Лузер, лузер. Я уже полностью упал. Вверх ногами. На край. Что я на КамАЗе пустом, только стяпку поставил, херачу просто. Как зверь какой-то. Вон, я вижу, он едет. А ты где, подожди? Ты здесь, тут около нас? Меня. Да, я понял, что мозг где-то врезался.
А, да. У тебя же там машина была точно, у тебя же там КРАС был. Вон киты. Как там убился, если ты мне объяснил, я что-то не очень понял. Упал просто. Прыгай ко мне. Да тебя вытащить? Давай. Давайте Я переверну. весь Давайте сломался. переверну, короче. А, ты вообще весь сломался? Да? Ну, давайте я все хотя бы переверну для. Вот так вот. Все, дальше сам. Как хочешь. А я наши хочу. Что ты хочешь? Где еще машина? Пока, лузер. Пригони туда ремонтную, наверное, знаю, какую-нибудь еще другую машину. Я на пилораме. А, ну встречай, мы скоро подъедем. Еще у меня дырка ханалит. Не, ты знаешь, что если вот внедорожные колеса поставят нормально, конечно, он получает урон, но внедорожные колеса неплохо проезжают. Цистерна, 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 цистерна. Ну, ходу уже крыша едет. У тебя крыша уже едет. Срочно, 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 срочно почини. Вези ремонт, мой бич. Вези в ремонт. Там, где монитор чинит, заодно. Заодно монитор починишь. Один ремонт. Ой. Мониторы. Мониторы? Ремонт. Мониторы. Мониторы. Как? Что как? Опять там у тебя уже? Опять сломался машина. Как и. Как? Мне 563. Чувак чуть не перевернулся прямо при мне. Я понять не могу, как я так ударился. Чего вообще? Ты же можешь, ты же Алекс. Я знаю, что не пить. Так. А я починить сегодня не могу. Тебя вытащить, Никита? Нет? Так заедешь. На машина. Блин, Урал, бедный. Бедный Урал. Help, Никита! Ладно. Этот вот чувака там под мостом валяется машина. Гитлер с хвостом. Ты помнишь, какая пословица? Какая-то детская была. Да. Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. Нет, я не помню, не помню. Помнишь такое? Нет. Что ты вообще помнишь? Вон, я вижу. Я вижу. Вот. Я там сзади еду. Последний остался. Я успею. Что он делает? Задний ход дает. Я вас видел. Что он делает, объясните мне, пожалуйста. А где мы вообще находимся? А вот и на пилораме. Ё-моё, машина а, моя. А, я понял, что он делает. Ё-моё, машина моя. Эй, я вас тут видел уже. А он сократил путь, кстати. Как? А вот так, все, мы выиграли. Уравнение! Только мультиплеере мы не прошли. Я еду. А ты получил еще в мультиплеере. Я еду. Фух. Как мы так быстро там оказались, я вижу. А мы там симпровизировали там через лес небольшой. Ну, через такое невысокое. Время игры 1 час 39 минут. Раз. Не может быть. Ладно, дорогие друзья, заканчиваем на этом. Мы прошли наконец-то карту, я обещал пройти все-таки до конца. Я сделал это. Мы да. сделали, нам помогали люди, конечно, но. А я мертвый. Это было весь. А, Алекс мертвый. Будем в следующих других и следующих прохождениях. С вами был Алекс Эквал. Всем спасибо. Всем пока. Да, всем пока.